Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Владимир, и это канал «Китай стал ближе». С вами Владимир, и сегодня у нас на распаковочке вот такая вот большая посылочка. Большая посылочка, дошла она довольно-таки быстро, дошла за 2 недели. Посылка пришла уже давно, никак все не мог ее открыть. Вот, наконец-то добрался я до нее. Посылку открывали, видно, заклеена она скотчем. То есть рвали, открывали ее, не знаю, может быть на таможне, может быть еще где-то. Но вроде внутри что-то есть, так что не думаю, что вынули. Шла она заказным отправлением, так что всю дорогу отслеживалась. Чуть-чуть подвисла во Внуково. Ну а так в основном дошла нормально. Весит она 0,5 килограмма, оценена она всего в $2. Ну что ж, давайте откроем. Я, в принципе, уже знаю, что там, но сохраним интригу. Так, пакет. В пакете больше ничего нету. Здесь вот такая вот воздушная прослойка. И это очки VRBOX. Давайте открываем дальше. Все запечатано. Опа. Все, вот этот пакетик уберем, пригодится. Кому-нибудь подарки отправлять. Здесь закручено еще в пакетик. Достаем. Значит, все, пакет. Вот такие вот очки. Сейчас будем разбираться, что к чему. Значит, что пришло в комплекте? Пришла вот такая вот бумажечка, что-то типа мини-инструкции. Как закрепить смартфон, все остальное. Потом еще есть вот такая вот бумажечка, тоже вроде как инструкция, как настраивать линзы по вертикали, по горизонтали, как открывается крышечка. Все на английском языке, все на английском языке. Давайте смотрим дальше, что еще есть. Есть вот такая вот штука. Посмотрим, что это, для чего это. Давайте распакуем. Приклеилось что-то тут на самоклейке, и это все приклеилось к пакетику. Оторвал. Ну ладно, надеюсь, это не столь важно. Вот такая вот штучка самоклеющаяся. Здесь, я так понял, скорее всего, салфеточка влажная. И вот такая вот тряпочка, это, наверное, протирать линзы. И еще эти очки идут с пультом. К ним есть пульт управления. То есть, насколько я помню, его можно использовать и как джойстик в играх, и все остальное. Еще я никаких приложений не закачивал в телефон. Я просто некогда было, не ожидал я, что так быстро дойдет. Ничего в телефон не закачивал. Вот есть такая инструкция по пульту. Но я думаю, все, разберемся методом научного тыка. Значит, инструкция на китайском и на английском. Посмотрим, наверняка есть какая-нибудь ссылочка, где скачать приложение для управления пультом. Ну что ж, давайте, это все, я думаю, в дальнейшем в обзорах будет. Сделаю отдельный обзор на эти очки. Давайте посмотрим, что же из себя представляют вообще эти очки. Очки VRBOX. Пластик обычный, не soft touch, обычный пластик, звенит немножко, но это ерунда. Есть регулируемые ремни, то есть можно под любой размер головы, то есть как ребенку, так и взрослому, так и на любую прическу и все остальное. То есть ремешки регулируются, можно выставить любой размер. Значит, очки я заказываю впервые. Были у меня картонные очки, но я даже с ними не стал запариваться, так они где-то и валяются. Здесь вот открывается, вставляется смартфончик. Давайте сейчас я найду смартфон свой, поставлю сюда, посмотрю, как он вообще подходит или не подходит. Итак, нашел я свой смартфон. Давайте примерим, как он сюда встает. Вот, встал, да.
Наверное, как-то надо будет выставить его по осям, еще что-то такое. Я зажал кнопочки. Здорово. Вот, наверное, вот эти вот подкладки, наверное, есть для того, чтобы не зажимать кнопки. Да, кнопки я зажал. Вот они, наверное, есть для этого. Приклеим эти подкладочки, чтобы не зажимать кнопочки. А вообще надо посмотреть. Камера там. Да, камера там, значит, все правильно. Давайте приклеим эти подкладки. Да, теперь телефончик стал хорошо. Вот так он помещается сюда. И здесь вот мы видим уже изображение. Но пока мы ничего не видим, тут будем разбираться. Здесь должна еще открываться крышка для камеры. Вот как она открывается? Это интересный вопрос. Конечно, можно разобраться, но я думаю, подскажете мне, напишите в описании к видео, как открывается вот эта крышка. Никак не могу разобраться. Хорошо она стоит, так неохота ломать. Да, пока не могу открыть. Значит, что еще по очкам можно сказать? В очках есть такая вот мягкая подложечка. Так что, когда мы их оденем на голову, лицу будет довольно-таки приятно, мягенько и все остальное. Регулировка. Есть регулировка линзы. Вперед-назад регулируется и вправо-влево. То есть можно выставить под любой размер глаз, как вам удобно. Видите, все регулируется, все выставляется. Ну что же, вот такие вот очки. Опробую их, посмотрю, как что, закачаю пару-тройку приложений и уже в дальнейшем расскажу вам, что по ним интересного есть, понравились они мне или не понравились. Ну так, пока вроде все. Дальнейшее расскажу после теста, протестирую их маленько, скачаю какие-нибудь приложения, посмотрю, как это все выглядит на самом деле. Ну, вроде пока все. Что тут еще? А, вот, да, можно еще дополнительно сказать, неровные шовчики, прошито кое-как. Вообще такое ощущение, что прошито вручную, кривенько, косенько. Вот так вот. Посмотрим, как они будут в работе. Еще, да, меня очень интересует, как же открывается эта крышка. Надо обязательно выяснить. И открывается ли она вообще, должна ли она открываться. Кто знает, напишите, подскажите. Обзор я об них не смотрел, так что ничего особого сказать не могу. Как, в принципе, и то, что они нужные, ненужные, полезные, неполезные, тоже особо вам ничего сказать не могу. Все будет позже, все после теста, протестируем и обязательно расскажу вам.